Вы сейчас наверняка подумали, я еще скажу. Всем привет, меня зовут Саша Макаров, мне 13 лет, и я актер и музыкант. Нет. Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, о, какой креативный парень. А я вам скажу, я очень креативный парень. Я очень смышленый, веселый, улыбчивый, всегда навеселе и люблю очень движ. Я вот не понимаю этих детей, которые сидят на диванах, смотрят или играют в видеоигры. Зачем? Можно же весело проводить время, можно бегать, можно ходить, можно кататься на роликах, можно ездить на всякие съемки, на кастинги, учить различные языки. Вот такая должна быть жизнь, мне кажется. Забыл сказать, я начинающий актер, учусь в музыкальной школе, пишу музыку, снимаюсь в кино, в сериалах, работал на телевидении. Ну и все, вот весь я. А чтобы дальше меня узнать, нужно встретиться на съемочной площадке. Поэтому до встречи! Чао!